Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 26 апреля в Анапе ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем 15-17 градусов выше нуля, ночью до 14 градусов. Ветер южный не более 3 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов.